Доброго времени суток всем нашим подписчикам. Привет, YouTube. Сегодня мы приехали высаживать сансивьеру. Кто не знает, что такое сансивьера, это растение выглядит вот так. Я думаю, очень красивое. Любит полутень. Мы на своем языке называем бронированное растение, потому что за ним, ну, более-менее такой уход тщательный мне нужен. Самое главное — не заливать. Высаживаем мы вот в такие контейнера, и потом это будем заносить в ресторан и уже вставлять в красивые горшки. Вы все увидите, мы в ресторане тоже вам снимем. Почему мы высаживаем на улице? Потому что здесь можно, ну, насорить, а в ресторане очень чисто. Мы уже заносим, протерли, и потом заносим и вставляем. Высаживаем, как мы видим, на дно. Даем вот такой дренаж. Он идет в наборе, в кулечке, этот дренаж к этим горшкам. И делаем так же самое землесмесь с песка и плодородного грунта. Работой мы занимаемся вот на том парапете. И потом по одному контейнеру я заношу по ступенькам в ресторан. Приятного вам просмотра! На сегодня, ребята, все, заканчиваем с работой, потому что горшков у нас всех не хватает, в наличии фирмы не было, они едут уже с Германии. Давайте посмотрим, что мы сегодня сделали. Смотрите, совсем другой вид. Раз, два, три, четыре, пять. Пять горшков мы посадили, в каждом горшке по две сансивьеры. 10 сансивьер. Очень солидно смотрится, лично мне нравится, вписывается в интерьер этого ресторана. И выставили мы остальные сансивьеры, для которых пока нет горшков. Поставили по картонке, чтобы подоконники там не царапать, не заливать. И давайте пройдем на террасу. На террасе красота уже. Сосна, можжевельничек на штамбе, очень красиво. В общем, на сегодня все. Мы сегодня привезли первую партию диффенбахи за моей спиной. 4 штучки пока нам привезли. Все растения, напоминаю, с Голландии. Я вам скажу, это очень плохо, если наша страна вообще не производит комнатные растения. Раньше были у нас хозяйства, сейчас, к сожалению, нет. Все везется с Польши, с Голландии, с Германии. На следующей неделе нам пообещали остальные 16 штук привезти, и мы будем высаживать их вот на тех подоконниках. Здесь также. Так, и сегодня мы уже досадили до конца сансивьеру. Нам привезли все горшки. После того, как мы посадили, полили все растения радифармом. Это укоренитель. Кто смотрит наше видео, все видели, что мы пользуемся всегда при любых посадках кустарников, деревьев, комнатных растениях. Мы используем радифарм. Это хорошее удобрение, укоренитель, симулятор роста. Он дает растению быстро прижиться, переносит быстрее растения стресс и хорошо себя чувствует после пересадки. В общем, на сегодня все. Будем ждать следующую партию диффенбахии. И вот, ребята, мы закончили уже озеленение ресторана. Как мы видим за моей спиной при входе, как мы и обещали в первом видео, замиокулькасы. В первом зале диффенбахия, во втором зале сансивьера. В вип-комнате мы сейчас зайдем, тоже посмотрите. На этом работа не останавливается, потому что хозяин ресторана захотел
что-то, чтобы свисало, мы ему предложили стендапсус. Фотографию мы вам видео вставим, что такое стендапсус, кто не знает. Где-то должны мы посадить, чтобы свисало. Или тут, или ну мы сейчас походим, все посмотрим, куда. На улице уже 10:30 вечера. Сейчас будем ехать по домам. Скоро, напоминаю, открытие банного комплекса ресторана. Банный комплекс называется Лепота. Кто живет в Киеве, это находится на Новообуховской трассе. Здесь очень много ресторанов. Кто местный, кто знает. И это новый ресторан бани. Всех приглашаем, можете заодно посмотреть и на наше озеленение, и как красиво здесь, и заодно проверите сервис, как вас обслужат в банях. Я думаю, здесь клиентов зимой будет побольше, ресторан только-только вот заработает, уже были первые клиенты, и 30 числа нас пригласили, хозяин пригласил на концерт, здесь будет огромный концерт, мы вам тоже постараемся снять все видео, если будет хорошая погода, если будет у нас время посетить концерт. Ну, я думаю, найдем время. И давайте зайдем в VIP-комнату. Ну, VIP-комнату я вам снимал. Все видят, как здесь. Света очень мало, шторы мы подняли. Растения специально высаживали, такие, что любят полутень. Здесь уже будут VIP-клиенты, так называемые. В общем, друзья, все. Спасибо за каждый просмотр, спасибо за каждый лайк. Давайте посмотрите, здесь барная стойка. В этом ресторане алкогольных напитков вообще не будет. Вода, лимонад, все натуральное. Ну, мне лично дизайн ресторана нравится. Всех приглашаем сюда, приедьте и посмотрите, Новообуховская трасса. Всем спасибо, друзья, лайкайте наши видео, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!